Наверное, выходных много. И это, наверное, кого-то задевает, это, конечно, нарушает нашу экономику. Но, с другой стороны, на Западе очень много выходных. Это и банковские выходные, это и религиозные католические выходные. Это нормально. Главное, надо быть профессионалом. И за эти несколько дней, когда человек работает в эту неделю, он должен выложиться на 100%. И за это он должен отдыхать. Я за профессионализм и за праздники. Но все должно быть в совокупности. Поработал, отдохнул. Как говорится, потехи час.